Привет, дорогие друзья, с вами Димас Дарк Драгон. Серега, пацанчики, поздоровайтесь. Всем приветики, облички. Division Freddy. Ну что, ребята, настал тот момент, когда мы скачали очень много крутых бомб и будем сегодня делать обзор на крутецкие бомбы. И будет ролик называться «Какая бомба самая крутая». Погнали. Ставим бомбу. Отлично. Ставим взрыватель. Давай, Серега, взрывай. Вон там портал, ребята, находится далеко. Неплохо. Хорошо. Может, это слабые бомбы? А ну вот это вот. Ух ты, неплохо. Слышь, я же испугался, громковато так. Хорошо. Вот так, ребята, дальше будет все жестче и жестче, поэтому досмотрите ролик до конца, потому что в конце ролика будет вакханалия. Блин, так прикольно через портал перемещаться, мне нравится. Тикай, Дима, тикай, тикай, тикай. Бегись. Так, давай, Серега. Скидыч. Ой-ой-ой. Мне кажется, это далековато, но дальше будут бомбы такие, что мне кажется, они даже будут убивать нас и на таком расстоянии. Дима, знаешь, нереалистично, мы портал поставили. А взрыв не проходит. Ну, через портал, а это неправильно. Давай. Ой-ой-ой, вот это красиво, да, было? Похоже на вулканическую. Да-да-да, ну похоже только. Только взрыв такой другой. О, такая вот есть. Это ж ракета Илона Маски. Ну да, Илона Маски, да. Ух ты! Взрывается как ракета Илона Маска, кстати. Да-да-да, точно, точно. Когда неудачно приземлилась. О, вот это будет что-то помощнее. О, Серега, дай я активирую бомбу, постреляю в нее. Мне интересно, может так быть или нет? Погоди. А ну давай. Нормал. Да, короче, можно стрелять по ней даже. Так, отлично. Надо очень быстро показать бомбу, потому что впереди мегапаб. Мегапак гигантских бомб. Ой-ой-ой, смотрите, до нас уже доходит. Потихонечку увеличивается радиус. Так, Серега, давай, чтобы было эпично. Я так понимаю, что бомбы небольшие. Мы сразу много их взорвем здесь, давай. Mm-hmm. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, потому что мы скачем сюда новые моды и стараемся снять что-то очень интересное. Серега, подрывай. 3, 2, 1. Сейчас. Просрала. О! Нифига себе, это что, после нее какие-то еще выстрелы идут? Так, и вот такая у нас еще бомбочка есть. Так, давайте, наверное, 3 взорвем, потому что что-то с 4 переборщил. Слишком даже. Да? Чпоньк. Беги, Серега. Ну, я не знал, что у них эффект такой, это прям очень жесткий эффект. Кабум. Так, открываем мегапак. Может, даже эти все бомбы не войдут в один ролик. Так, там, короче, небольшие бомбы. Давай поблизости повзрываем некоторые. А уже мега большие будем издалека взрывать. Так, вот такая бомбочка у нас есть. Что, взрывать? Да, давай. Так. А я вот тут на спауне, да, Сереж? Маленькие бомбы тут будем взрывать. Сейчас. О, давай об землю ее просто гахни. Вот. Что-то не взрыва... А, о, нифига взорвало. Себе. Вот такая вот челепиздриха есть. Ой, красиво, видели? О, так у нас, пацаны, салюты. Салюты, давай, цепляй, будем в воздухе взрывать. Офигеть придумали. О, давай, Дим. Офигеть! Блин, ребята, мы новую тактику. А ну цепляй еще раз к этой же. Давай вот так, Кирилл, подожди, стой. Ох ты. Вы, типа, кровь идет из жопы. Ой-ой-ой. Кстати, меня ранило, представляете? Так, давай. Красиво. Не активировали, все, активировали. Ух ты. Нифига себе бомбище. Так, надо очистить карту, наверное, потому что мы будем помирать. Так, давайте дальше. Вот такая у нас есть. О, так это ракетница, давайте запустим. О, полетел. Красиво. Во-во, полетело, смотрите. Блин, классный пак. Все исчезло. Не, сейчас взорвется.
Алло. Отлично. Вот такая ракета. Какой-то ядерной боеголовкой, похоже. Так, давайте вот так пониже. Прилетело. Офигеть, как красиво. И звук это такой, да, как ядерка. Хлопок какой-то. Не, это не ядерка. Это мышь. Ох, жмёт. Красиво, да? Скидыч. А, всё. Это истребитель, кажется, ракеты. Да-да-да-да, похоже, очень. Мощная, да? Очень мощная, да. Ракетка. Ой, а это что за черепизрить? Ой, прострал, надо еще разок. А, ее надо... Полетела, я вижу. Слабенько. О, дальше у нас. Ой-ой-ой, зря ты нажал. Классный, да, звук? Каждая бомба по-разному взрывается. Знаешь, какая идея? Я научился их далеко бросать, кстати, на то место, как раз где был портал. Блин, звук с опозданием доходит. Очень реалистично, очень. Задержка идет, вот она идет. Красиво. Взрывная волна. Ну-ка. Нифига себе. О, вот это какая-то со острием. Напалмовая, может, какая-то. Не знаю, сейчас проверим. Да, похоже было напалмовая. Ой, это ракета, наверное, да? Не, это снаряд. Не-не-не-не. Это снаряд. Ой, наверное, мы умрем. Она все равно взорвется, Серега. А их ни одни не активируют, они все взрываются и так. Не взорвало. Не взорвало, давай я добью ее. Серега, прощай. Ой. Ух ты, нифига себе, вы тоже умер. Вот это мощная, Серега. Это карма. Блин, крутая бомба. Хочу еще раз ее бахнуть, только активирую. Давай, Серега, полетела. Так слишком плохо. Рано, ну чтоб дальше отлетела, пацаны. Хочется пораньше, да, Серега, взорвать? Вот это грип от нее мощнее. Не, а я ее ускорил, Дима, чтобы так, не мог. Так, Blue Odin. Надо запульнуть ее далеко. Далеко, пацаны, научился кидать. Профи. Ой, красиво, трассирующая, видели? Вообще жир. Ой. Нифига себе, она жахнула. Все-таки я ее сейчас взорву. Красиво очень это сделаю. Так, полетела. Надеюсь, я выживу. Летит, ребятушки. Скидыш. Сейчас бахнет. Мощно. Вот такая есть, подождите, это тоже была. Так, вот. Полетело. Красиво. Выживем, не выживем? Как думаете, мощно взорвется? Выживем. Неплохо. Вот такая вот. Это тем более выживет. Прям далеко научился их кидать. А это кассетный снаряд. Да, это было кассетное. Это что за такой маленький? Я недалеко буду кидать, вот так рядышком. Это мортирный. Ну такая, да, чисто поржать. Так, продолжаем, ребята, не останавливаемся. Классно, да? Взрывается бомба. Еще одна полетела. Да, это мортирная. Слабенькая. Еще одна полетела. Ух ты, нифига себе она мощная. Ребята, обязательно напишите в конце ролика, какая бомба вам больше всех понравилась. Опа. Ой, блин, да я, извините, пацаны, увлекся. Промахнулся. Так. Вот такая какая-то бочка. Ой-ой-ой. Вот такая ракеточка есть, бомба. Похоже на такую бомбу, которая самолет, да, сбрасывает? Да. Дыщ. А, ну у меня прикольно. Так, продолжаем, не останавливайся, куча бомб. Это что за комар? Не знаю, сейчас посмотрим. Такие бывают комары, взрываются сильно. О!
Офигеть, ты видел? Это аж по ушам не ударило. Да. Слышь, вот тебе и комарик. Ой. Офигеть, она жахает. Красиво, каждая бомба с определенным эффектом. Вообще не повторяются, да? Летел. Ну-ка. Воу, видели вот этот эффект в конце? Да. Еще разочек. Это было эпично. Ну-ка. Лайк за взрыв. Блин, это и просто можно наблюдать вечно эти взрывы. Очень реалистично сделано. Очень, да, Сережечка? Ну. Да. Прям очень. Вообще жирно. Можно потом, знаете, ребята, сделать? Если ролик наберет 3000 лайков. Ого. Мы, короче, сделаем базу. Или зомби наставим, будем на зомби сбрасывать. Как вам такое? Хочу бомбу подальше скинуть. Посмотрите, на что она способна сдалека. А ну-ка, будет эпичный взрыв. Представь такую сбросить на танк или на что-то. Ты что, оно прям там вообще мега какой-то взрыв творится. Блин, все выглядят по-разному. А может поставить технику, танки туда? Я буду хотя бы на танки сбрасывать. Ну, два, Серега? Давай, я парочку да, хотя бы будет, будем видеть разрушение. Потому что, знаете, мы-то их скидываем, да, эффекты классные, но мы не тестируем их на разрушение. Но мы сделаем, наверное, отдельный все-таки ролик, мы построим базу. И будем эту базу обновлять перед взрывами и смотреть, какая все-таки бомба наносит больше разрушения. Да, в разной части карты, потому что это наугад в основном кидаю. Пацаны, ну что, поставили танки? Я ставлю, да. Вот. Молодец, молодец, Серега. Ну, чтоб ты видел, вот, где они. Блин, ну прикольно. Так хотел скинуть? Ой. Я Серега, не специально. Ого, бочка. Машины взорвались, а три танка целы. Мега взрыв, пацаны. Офигеть, аж танки подвинуло. Ставьте еще там технику. Умирайте. Слабо. Так, вот такая бомба. Давайте все-таки я вам покажу, что она делает. Мы ее снимали в предыдущем ролике. Очень красивый эффект. Классно взрывается, мощно довольно-таки. Так, продолжаем. Не останавливаемся. Серега, красивый полет бомбы. Блин, эпично взрывается. Пацаны, что-то мощное. Очень. Вы готовы? Что-то очень мощное. Давай, далеко давай. Кинул, прям очень. Ого, танк полетел, метеорит. Ставьте еще технику, потому что сейчас будет еще взрывы. Танк летит, смотрите. Горящий, это метеорит. Бум, вообще жир. Надо очистить карту. Серега, очищаю, с удовольствием. Так, продолжаем. Еще есть бомбы. Еще есть. Так, подальше кидаем прям. Ой, мимо. Хочу еще пожить чуть-чуть. Подождите, где эта бомба была? Вот. Ух, нифига далеко. Научился, да, кидать красиво? Я же даже повыше забираю, чтобы меня не взорвало. Не-не-не, Серега, тебя не должно взрывать. О, гранатка. Ее даже здесь можешь взорвать. Значит, не взрывается. Ладно. А, не, взрывается. Ой, пацаны, это уже что-то ядерное. Ядерное? Да. Ой-ой-ой. Ой-ой. Что это за мощное такое? Стойте, надо очистить карту. Надо реально очистить карту. Так. Давайте возьмем бомбу. Вот эту. Эпический бросок. Мы все равно не выжили. Ой, прилетела машина какая-то. Ой, еще. Нифига себе. Еще пушка прилетела. Ребята, ну это эпичная бомба. И вообще прям, знаете, ну очень крутой пак. Наверное, мы его все-таки ставим на коллекции навсегда. Для того, чтобы дальше взрывать все. Полетели дальше. Тоже, походу, от нас ничего не останется. Наверное, от нас, да, пацаны, ничего не останется. Нам хана.
букву. Офигеть! Вы видели, какой эффект был перед взрывом? Офигеть, тогда чистить карту по любасу. А че так долго туман сходит? Это мы что-то мега мощное, да, взрываем? Мы пыль подняли, мы же в пустыне. А-а-а, точно. Блин, а тут все ядерные, они очень мощные. Кинул реально далеко, насколько смог. Ну, наверное, мы опять умрем. Нам конец. Красиво, Серега. Мы выжили, да? Да, я очень далеко, я, наверное, кинул. Ты какой гриб? А там все-таки, смотри, один танк задело ядерко. Да? Да, вон горит, видишь? Сгорел, взорвался. Да-да-да-да-да. Даже в таком расстоянии. О, прям четко кинул, Серега, смотри. Ты... Офигеть, как круто! Мега-бочка! Антона. Ну, оно это моментально толстяк. Убивает. Это толстяк, Дима. Какой эффект от нее мощный. Ого, пацаны, привет. Доброе утро. Друзья, с вами Димас Куёка. Здорово всем. Всем понравилась первая серия обзорной бомбы. Вы поставили 3000 лайков, поэтому если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем все взрывать и угорать. Погнали. Марк 1. Мы поставили вдалеке технику и будем наблюдать, как она все разрушается. Как-то далековато бомбу кинул. Офигеть. Посносило? Да, он. Да, я вижу, я вижу. Марк 2. Полетело, полетело. Ну, на ядерку не похоже. А взрывается как ядерка. Нифига себе. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Мне кажется, я прям четко попал в технику. Это был центральный четкий выстрел. Марк 3. Ого, это что-то гигантское. Надо подальше кинуть. Ого, она здоровая. Нифига себе. Ребята, точно надо ставить лайк за такие мощные взрывы. Марк 3 ФАТ. Давай подальше прям ее кинем, вот так вот, подлиннее рычаг надо. Ой, сейчас опять будет мега взрыв. Только все сошло. Воу, она по-другому взорвалась, но тоже прикольно, очень. Мега взрывы пошли. Марк 5, ого, кабака. Так, 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 так. Полетела бомба. Офигеть, я на В нажал, чтобы мне просто не снесло, ребята. Это мега эпичные взрывы. Так, смотрите, что мы можем сделать. Мы можем очистить карту, сохранение и загрузить. И там техника появилась, и все как положено. Марк 5. Блин, я даже не знаю. Это будет опять мега взрыв. Попробуй прям далеко кинуть. Учимся кидать бомбы на большое расстояние. Аж за гору попробуй кинуть. Ну я прям сильно, да, швырнул? Да, нормально. Ну блин, далеко не могу прям. В здание четко попал. Офигеть. Мне кажется, там тебя техника, да, уничтожилась сразу? Ну да. Из-за дыма не видно. Ничего не видно. Так, продолжаем. Они так все выглядят по-разному, офигенный пак. Кинул в дым. Ну надеюсь, увидим. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ого, громко! Смотря, что там внизу творилось. Так, вот такая вот бомбочка есть у нас. Полетела. Вижу, вижу. Неплохо тоже. Так, Марк 82. Красиво летит. Бывают маленькие, громко взрываются. О, слышишь, такое эхо вдалеке прям было? Очень реалистично, да? Может, из-за того, что карта большая? А может быть, даже такое придумали? Да, да, да. Неплохо. МК-84.
Там еще техника, я вижу, какая-то стояла. Воу, как эпично, да, взорвалось? Как фейерверк какой-то. Так, надо запомнить ее. Будто фосфор. Ноу 25. Че, номер 25. Так, красиво. Такой глухой взрыв. Так, номер 50. И номер 80. А, ты сразу дверь решил, да? Да. Воу, красиво, там он летит, смотрите. Воу. Ты видел, как взорвалась эта бомба? Да, нормально. Вообще, эффекты бомба. Oil drum. Ох ты, блин, я испугался, что ж ты взрываешься. Я, получается, поджег, да? А ну, если мы ее возьмем сейчас, поставим. И просто кинем, не будем нажимать на нее Е. Ой, хорошо кидается, прям тяжелая бочка. Ну-ка. И говно под кубом. Хорошо, она взорвется от другого взрыва бомбы. Так, ПБК. Ого, кабака. Что-то мощное. Полетела бомбочка. Надеюсь, мы живы останемся. Ух ты! Нифига себе, она шахает. Ребят, пока весь это больше всех мне нравится. О, ракеты есть. Вообще жир, ребята, ракеты неожиданно. Полетела, полетела ракета. Красиво запустил. Офигеть. РДС. Ого, кабака. Хорошо летит, чертовка. Надеюсь, мы живым. Нифига себе. Ого. Так, РДС 220. Ребята, ну это как уже пошли бочки, я так понимаю, эпические. Ой, я что-то недалеко ее кинул. Ну, хоть посмотрим вблизи взрыв. Нифига себе, у меня аж уши заложило. А меня еще и относит от взрыва до сих пор. Так, давайте посмотрим, что будет дальше. Сойдет хоть все? Я ничего не вижу. А, молодец. Ого, меня отнесло. Ого. Прям слышно эхо вдалеке, да, взрыв? Как будто расходится по всей планете. Так. RGM. О, ракетка. Так, давай прицелимся чисто вот туда, вот красиво, вот так вот. Смотри. Чисто в гору. Ого, ракетка. Нифига себе ракетка. А ну еще раз запущу, такой вот так вот далеко прям. Ой, что-то упало. Не-не-не, нормально летит. Вдаль аж. Надеюсь, не зацепит. Вот это она жахает. Так хлестко прям. Эпический взрыв. Так, продолжаем. СЦ. Так, давай мы сделаем для того, чтобы кидать эту бомбу, мы все-таки загрузим сохранение. Вот так вот. Это была техника. Хочу все-таки по технике кидануть. Так, СЦ. Попробую четко попасть. Ну, промахнулся. Но ничего, я думаю, зацепит и так. Красиво в здание летит. Воу. А что это звук какой-то был в конце? Как будто треск. А ну еще разок. Или мне послышалось? Слабенькая? Да нормально она жахает. А ну-ка еще раз слушаем. Да, да, да. Слышал, да? Да, слышал. Это знаешь, что это за звук был? Это звук был осколков. Это чисто было осколочное. Так, это у нас бомба называется Т-12. Ой-ой-ой-ой-ой, красиво кинул. Загорелась техника. Блин, крутая бомба. Офигенная просто. Ого, кабака у нас есть. Ой, красиво, да, запустил?
Угу. Офигенно, смотрите, ребята, как огонь идет. Офигенная ракета! Техника разлетелась вся. Я еще запустил ее прям в центр. Ага. Блин, ребята, ну это круто. Так, чпоньк, еще разочек. Мне понравилось. Ну что, ты готова разрушать? Полетела, Талибо. Ого, ну жахнул. Техника, видел, загорелась? Да. Гори техника. Хотя это было очень далеко, и она все равно загорелась. Так, тенорит-то какой-то. Ага. Что это за штука? Твоё кинем. Но если она сейчас не взорвется, от следующего взрыва взорвется. Да, нифига. Хорошо. Кини ТМ. О, ракетница, о. Давайте прям чисто прицелимся. Идеально. Ой, красивый взрыв. Ребята, можно прям перестрелки баз сделать. Поставить базу, да? И давать по выстрелу. Допустим, послабее. Или с РПГ стрелять, которая не сильно мощная. Ребята, давайте 3000 лайков, и мы запишем. О, ее активировать надо. Нет. Ох ты, блин, я испугался. Смотри, получается, можно ее активировать. И выкинуть. И она в воздухе сейчас взорвется, смотри. Профи? Профи. Представь, вертолет так загасить, да? Ну. Так, это мы поставили ракетницу. Томахавк. Так, там еще техника, я вижу, есть. Будем сейчас попадать пытаться. Пошла, пошла, пошла. Идеально. Ей надо было чуть-чуть выше. Хорошо жахнуло, хорошо. Type 4. А это не ракетка, это бомбочка. А не ракетка. А не. Неплохо. Она еще закрутилась как-то странно. А ну-ка. Ой. Ой, она сейчас взорвется там. Да. Короче, она только с одного раза. Вот чисто рывок у нее один есть. Еще раз покажу. Я понял, как она работает. Вот так ее ставите. И она сейчас красиво полетит, смотри. Не долетела, не хватает, да, немножко топлива ей. Ну ничего. В4Б. Похоже что-то на ядерный, потому что значок ядерки был. Попробуем закинуть очень далеко. О, это раз самый далекий кидок. Ух, по ушам дало как громко. Неплохо, неплохо. Так. Чпоньк. Так, пак уже подходит к концу. VWBB. Похоже на какую-то головку ядерную. Активировали. Кидаем ее прям очень далеко. Оп. Так, надеюсь, далеко кинул. Ух ты, увалила! Нифига себе! Даже В нажал, через полет сбила. Офигеть! Ты видел этот мега-взрыв? Блин, ну пока есть бомба, это больше всех мне нравится. Ну прям, ребята, круто! Вот этого жахнуло! Так, ну что, осталось у нас Y1561. Get. О, это, наверное, мне кажется, будет самая эпическая бомба в этом паке. Так что, может, эта бомба пока мне будет нравиться. Ну что, полетела. Ой, она тяжелая. Блин, близко кинул. Ой. Тут без комментариев, просто летим в пространство. В угол карты, ребята, просто угол карты. Вот это оно жахнуло. Если этот ролик наберет 3000 лайков, мы сразу снимем новый пак на бомбы, который мы скачали позавчера. Ребята, ну что, в конце ролика сделаем просто мега крутые взрывы. То, что вы любите. В честь подписчиков, потому что на канале 1 400 000 стукнуло.
Наслаждаемся. Мне кажется, слабо, как в честь подписчиков. О, а ну иди. Давай съедать, брат. Я опередил тебя. Ну что, ребята, для вас. Ух. Вот это трэш. Нормально. Дорогие друзья, с вами Димас, енот Васаби с Кроник Локдог, Куэст, Кинданчпук, Чебузаврик, Бенефет. Пацаны, поздоровайтесь. Здорово, я вернулся. Сегодня вышел очень классный пак на бомбы, которые мы не могли пройти мимо и не затестить. Поэтому у нас сегодня очень классный тест на бомбы. Если пейте, кушайте, приятного аппетита. Пак называется G-Bombs 3. Погнали. Первая бомба 200 миллиметров. Пацаны, рекомендую отойти подальше. Мы поставили на определенном расстоянии машины, которые имеют свойство разрушаться, и мы будем смотреть, какое же воздействие идет на физические пробы и ее радиус. Первая бомба. Нифига себе, что она так жахнула, как больная на голову. Это же маленькая бомбочка была. Нифига себе, у меня так громко. Надо чуть-чуть тише сделать. Я чуть не оглох. Две машины. Нифига себе. Согласитесь, прикольно, да? Ну что, давайте будем продолжать, потому что надо быстро все сделать. 500 LB бомбс. 2, 1. Тоже 2. Не, мне кажется, это было послабее. Это зажигательное, да, как будто было? О, полицейская выжила, Дим. Антиметр бомбс. Значит, согласись, бронированная машина играет роль, да? Ага. Так, погнали. Надо попробовать сейчас сватовскую машину вперед. Ого, эти машины все-таки не достает. Не достает тачки. Хорошо. Танк. Black Powder. Красивый, да, эффект ты, чувак, запилил? Респект. А чё за фигня? А чё? А вот это дымовая. Это была слабенькая, да? Breaching Church. Может, неправильно, ребята, читаю, потому что, ну, как бы, не сильно я там большой англичанин. Ого. Прикольно. Бункер бустер. Мне колеса посыпались. Что такое? Она улетела. Куда? А куда она улетела? Не знаю. Больная ракета. А ну еще разок. Она исчезла. Да, ну что-то произошло. С4, ребят, ну более стандартная, наверное, такая штуковина. Танк стоит, да, целый. Зато это машина взорвалась. Ну нифига вообще, да, еще дальние тачки стоят. Кен. Это вообще слабо. Согласен. Ой, зажигательно. Ну слабо. Ничего не было. Цезиум. Подождите, заряжаемся. Раньше было. Да, это только пак вышел, может его еще и доделают. Бывает, что и лучше. Fusion Bomb. Я что-то пропустил. Подождите. Fat Man. Уху, как такую можно бомбу пропустить? Вот это... Что? Это ядерная. А почему? Вы эффект видели от нее? Нет. Что взорвалось? То вон еще был. Стойте, лоудинг. Ладно, хорошо. Ставьте, пацаны, машины еще. Может, карту аннулировать? Давайте карту я аннулирую, чепоник. Давайте, лупашьте побольше машин. Так, хорошо, фьюжн бомб. О, наставили, отлично. Ой, красиво, по глазам как бьет. Отлетело. Полицейская сразу отлетела. Как это на ребята очень слабая. Газолин. Пацаны, ну это, наверное, будет зажигательное 100%, поэтому тут даже не могу удивляться. Все горит. Даже моя жопа. Вернее, танк. Так, дальше машины целые. Поставьте там еще подальше машин побольше, прям далеко. Все-таки тут есть дальше такие картинки серьезные. Grand Slam. Ну, вот это будет жестко. Наверное, я отлечу. Да почему нет эффекта? Что за бред? А танк улетел. Бомба вроде мощная, а эффекта нет. Все взорвалось. Это очень странно. Андрес. Да, машина Сан-Андрес. Так, хорошо. Машина Сан-Андрес. Вот такая есть. Да нифига, что она так громко взрывается. Гидроген бомб. Так, давайте, наверное, отличу. Да?
Наверное, эффекта не будет опять. Она похожа на старую бомбу, которая у нас уже была, админская. Блин, ну как-то странно. Бомбы вроде и крутые, но нет эффекта. Опять все взорвалось. Да, все разлетелось, а толку никакого. Хорошо, давайте очистим карту. Ну как есть, ребят, мы не проверяли, вот поэтому это как бы все наживо. У нас следующая бомба LED. Странная коробка, на LED не похожа. Ну эффекты красивые, да, от бомб? Иногда. Light bomb. Ну-ка. Ух ты, а реально осветило. Нифига себе, машина сальтухи крутит. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся поднять людям настроение. И можно стать спонсором канала и получить классные ролики. Прилетающий прицеп. Хорошо. Тибурейм бомб. Там немножко не так, но по-нашему. Ох ты, нифига, кислотная что ли? Угу. Вот это дыми. Вот это самая красивая бомба, да, пока мисс этого пака? Полете, ты взорвал мой грузовик. Да? Да, я подбросил воздухом взорвался. Ого, что они взрываются сразу? Нифига себе. Надо очистить срочно карту, что-то пацаны перемочил. О, что с камерой? А что на небо? Посмотрите на небо. Да нормально. Ну, как всегда, мы любим делать по канале, поэтому, кто хочет с нами записывать, заходите в дискордик наш, ссылочка в описании, все будет по красоте. Полетели дальше. Ой, красивая бомба, да, пацаны? Нифига, что такое черный дым? Ничего танк не полетел, видно. Ловите танк. Она больше, знаете, похожа на дымовуху какую-то. Я, она когда взорвалась, я думаю, что у меня экран потемнел. Little Boy, давай еще раз. Ой, ну нифига себе она фигачит, пацаны, она прям жестко. На ней эффекты есть хотя бы. Хорошо, да, эффекты есть. Может, найти все-таки он доделает? Ну, как бы, всегда, знаете, бывает первый раз блинкомом. Может, забагалось. Черный ядерный гриб. Чернющий просто. Да, хорошо. Не, не забагалось. На этом паке 3 звезды. И там написано, что и люди на эффект, за эффекты что-то писали, просто на английском. Так, следующая бомба у нас... Моаб. Ух ты, нифига себе. Давайте. Нуклеар бункер. Ух ты, нифига себе. Что там с грузовиком? А давайте в КамАЗ. Но колеса нет. Колеса нету. Да, громко, все, но слабо. Уехали. Они воруют. Гани. Так, пент, петн. Так. Маленькая. Пластик. Ой, красивая, боже. Вот это самая тоже одна из красивых бомбей, бомбюшек. Ну что? Вы готовы? Давай. Красиво? Нормально. Вот это огня много. Блин, ну все-таки с этим паком что-то можно и поделать. Платуниум. О, тут все-таки, смотрите, огонь побольше, да, будет? Ого, машина подлетела, ну нифига себе, а ну давайте еще разок. Не, слабо. Так, ну что, ставьте технику, давайте подготовимся, что, потому что уже, чистить. Наверное, все будет побольше, уже бомб идти. Ноги валяются. Да-да-да, все, ноги уже не валяются. Давайте много техники ставьте. Не вылетит. Смайл нюк. Ого. Ну что, я забираю свои слова назад, что бомбы здесь не очень-то и мощные. Все-таки они здесь мощные. Это было Small Nuke. Ладно, давайте дальше Space Nuke. Без эффекта, без эффекта. Ого, с опозданием. Да, это было что-то космическое. Так, аннулируем карту. Давайте дальше. Tactical Nuke. Вот это, наверное, будет, пацаны, что-то пожёстче. Мне нужно... Yeah. Тактическая бомба подразумевает что-то очень-очень мощное. 3, 2, 1. Ну, эффектов-то нет. Ребята, досмотрите ролик до конца, потому что в конце все таки мы поставим очень такие мощные бомбы и взорвем их одновременно. Тункер трак. Где он? Я отлечу подальше, давайте. Хочу посмотреть на этот взрыв сдалека. Я уверен, что это будет что-то мощное.
Оно взорвалось уже? Понял. Кто-то выстрелил. Кто-то выстрелил, понял. Ну, это было такое что-то пук. Пук. Ундерватер. Ундервафля. Ух ты ж. Неплохо ундервафля, да, пацаны, войдет? Ух, смотрите, какой эффект прикольный, снежка. Это типа вода. Да. Снег, так, или... ураниум. Нифига себе, смотрите, какая красивая бомба. Как орбитальная пушка стреляет. Кстати, первый раз такое вижу. Больше такого еще не видел эффекта от бомбы ни разу. Это как какой-то лазер из неба стреляет. Красавчик, пацан. Я бы, конечно, 5 звезд не поставил, но 4 звезды заслуживает. 3 не. Так, бомба называется ура... А, ураниум. Давайте еще раз бахнем, что что-то взорвало. Она слабенькая. Слишком мало ураниума, надо больше урани. Вакуум-бомб. Это что-то будет мощное, потому что вакуумные бомбы всегда очень сильные. Я не обманул, да, вас, пацаны? Нормально, грибок стопы. Так, мощная была. Вакуум. Это которые все с эффектами. Без эффекта ставить не буду. Смалнюка. Тут только смалнюки чего стоит? Гранд Слам. Нет, Гранд Слам была без эффекта. Если честно, мне тоже. Отойдите на 5 метров от бомб. Так, вот это было с эффектом прикольным. Вот это, вот так вот. А, вы поставили много техники? Ставьте, ставьте. Машины, автобусы. Все ставьте вокруг, потому что сейчас будет что-то неимоверное. А я от страха не... Не, не ссы, я так 100 раз сделал. Сомневаюсь. Больше не буду ставить, скорее всего вылетит у меня компьютер, если я больше поставлю. Да нормально. Вы готовы? Да. Мощно, не? Что-то слабо, да, пацаны? Слабовато. Слабо. Одна уничтожила все, короче. Так, короче, стойте, я пока мисс ничего не буду вам говорить. Так, ну, я понял, весь этот пак, и ничего вам не могу здесь хорошего сказать за него. А ну, что бы это, если я буду его скидывать? Просто для эксперимента. Бомбы будут падать? И взрываться? Если нет, то мы тогда что-нибудь другое активируем. Так, о, ребятушки. Падают, но не взрываются, да? Не взрываются, еще как. Вон, ну, был. Что-то слабо, да? Да нормально. А что с опозданием? Ого, не, нормально. Ого. Смотри, вон о. Сейчас будет падать. Офигеть. А вот это красиво. Согласитесь, четко. Да, очень красиво. Красиво, да, говорите? Это похоже, да. Это похоже на... Раз тест-бомб, значит тест-бомб. Всё. Мне кажется... Я переборщил, если честно. Не буду отрицать этот факт. Ну, ребята, что не сделаешь для красивого ролика? Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну, а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики. Еще. Ребята, для вас.